Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 41, упражнение номер 2. В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков. До игры они разделились поровну на 2 команды. Сколько детей в каждой команде? Сразу на вопрос задачи мы ответить не сможем, потому что мы не знаем, сколько всего детей играли в мяч. Мы это и узнаем. Для этого мы к 5 прибавим 7. Получится 12 детей. D с точкой. Всего 12 детей играли в мяч. Теперь мы узнаем, сколько детей в каждой команде, ведь они разделились на 2 команды. Поэтому мы 12 разделим на 2. Это получится 6. 6 детей в каждой команде. Записываем ответ. Ставим 2 точки. Пишем 6 детей. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.